Всем добрый день. Мы уже мотаемся по делам в Волгограде. Вот у нас сегодня серьезные глобальные дела. Нам нужно проехать очень много мест. Ксенечка, покажись. Что? Дочка, покажи. Ку-ку! Вот по поводу нашей погоды сегодня. 1 минута солнца, 1 минута метель. Вот едем и думаем, бедные геозависимые люди, которые сейчас что чувствуют? Это же вообще с ума сойти. У них же и давление, и головные боли. Конечно, я не знаю, что это такое. Ехали по новому мосту. С одной стороны голубое небо, с другой стороны вообще все закрытое метелью. В общем, мы мотаемся. Всем хорошего воскресенья. В общем, мы добились всего, чего мы хотели. Остался только последний штрих у нас. Вот, мы заехали в лаунж. Чита Грита лаунж взяли. Я салат. Как? Ксения, как у меня? Чита Грита. У меня Чита Грита салат. У Ксенечки. По-моему, грильский. У Макса там просто овощи, по-моему. Кто кушает, всем приятного аппетита. Хлеб там. Лепешечек. Хачапури. Хачапури. Мы уже дома. Уже я закинула стирку. Сегодня мы ездили по делам, по покупке, которую мы планировали. Мы говорим о покупке нового автомобиля для меня. Сегодня мы ездили в автосалон. Все рассчитали, все нас устраивает. В принципе, по расчету, по кредиту, всему остальному. Завтра с утра я гоню им Пежо свое, чтобы они просчитали трейд-ин, за сколько они заберут. Ну, это раковина, посуда. Я еще посудомойку не закинула. Мы только зашли недавно. И уже мы будем определяться в ближайшие дни по срокам и по всему остальному. К этой машине я шла очень-очень долго. Я ее хотела всегда. А теперь настал тот момент, когда я могу себе ее позволить оплачивать. Ну вот, решаем все завтра. Послезавтра уже все будет у нас решено. Главное, чтобы было так, как она, как нам озвучили по трейдину, по Peugeot. Вот остальное там. Уже нам все рассчитали, уже все бумаги дали. Нас это все устраивает. Поэтому вот держу кулачки, жду. Жду, очень жду, очень хочу. Моей машине уже 13 лет. С 8-го года она была. Поэтому уже пришла пора. Но мы к этому ушли почти 2 года. Я к этому шла мелкими-мелкими шажочками. Вот, поэтому сейчас все мысли там. Очень хочется мне, чтобы все получилось. Я думаю, что все получится. И уже от этого будем отталкиваться. По защите там не идет в комплектацию. Защита идет. Сигнализация идет, защита не идет. Вот, еще будем завтра разговаривать. В общем, завтра я с утра везу Пежо рассчитывать, а уже после 5 мы едем на предварительный полный расчет, чтобы мы вышли на сумму и на сумму ежемесячного платежа. Поэтому все мысли там. Ну, еще, конечно, у меня мысль, где завтра мой ребеночек уезжает кататься в горы. Ксенечка с подругой едут они покататься немножечко, потом они хотят побыть 2 дня в Сочи. И, в общем, у них такая поездка. Ну, девчонки тоже заслужили, они столько всего делают. Конечно, отдыхать нужно. Что же она у меня только осенью ездила, считай, в Пятигорск на 2 дня на выходные и все. Больше она никуда с нами не ездила. Ну, вот я ее брала с собой еще в Москву на 1 день, но это не считается. Там у меня была работа, у нас была 1 встреча, потом мы сходили в этот кайф и прилетели домой. То есть просто смена обстановки. На сегодня это все, ребята.
голова прям аж вот такая у меня. Я все время думаю про этот момент. Хочу, чтобы я ее уже собрала и привезла домой. И, в общем, очень жду этого момента. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. На сегодня все. До завтра.